Всем привет, вы на канале VNG Build House, и мы продолжаем делать ремонт нашей ванной комнаты. Следующий этап работы у нас — установка системы скрытого монтажа унитаза. Для этого мы приобрели вот такую вот стоечку. Я подготовил немножко уже место установки, соответственно, прикрепил брусок, к которому будет крепиться наша стойка. Собрал саму стойку, здесь установил дополнительно брусочек, через который будут выходить трубы для монтажа гигиенического душа. Соответственно, уже установил здесь крепление для установки самого унитаза. Единственный момент, мне пришлось немножко сдвинуть систему скрытого монтажа относительно центра вывода канализации, и для этого я приобрел дополнительно к системе скрытого монтажа вот такой вот эксцентрик. Вот. Он выдвигает на 6 сантиметров и позволяет повернуть немножко в сторону. Таким образом устанавливает система, и вот она будет вот так повернута немножко. Вот. И здесь будет устанавливаться дополнительно вот сюда, вот уже непосредственно к самому унитазу. Вот. Когда мы проводили воду, соответственно, мы не знали, что у нас будет в системе скрытого монтажа подводка сверху. Да? И для того, чтобы подвести вверх, я подготовил уже трубы, спаял. И вот будет устанавливаться вот таким вот образом. Здесь я отрежу все и установлю вверх вывод. И эту трубу сюда подставлю. Вот таким вот образом. Вот. И вот тоже спаял уже трубки, которые здесь обрежу и установлю вот таким вот образом эти трубки, чтобы они были непосредственно сюда в брусок входили, и можно было спокойно подключить гигиенический душ. Здесь есть крепление для вот этой трубы, да? И оно почему-то странное. Пишите в комментариях, почему оно выдвинуто, крепление на 3-4 сантиметра сюда, но при этом саму трубу вот эту вот, невозможно так поставить. Или она будет вот так вот под наклоном, под большим, и крепление я не смогу установить. Или же она не доходит. Вот здесь она по уровню вот так проходит, вот как я сейчас установил. Мне пришлось засверлить отверстие и прикрутить на саморезы это крепление, чтобы оно подходило точно для установки вот этой вот трубы. Трубы я обрезал и подготовил их к пайке. Одну трубу пришлось поднажать, чтобы водичка с нее не капала, там стекает по капельке, и чтобы вода сюда не попадала. Есть подводка верхняя на сливной бачок и подводка для смесителя под гигиенический душ. Здесь под смесителя нужно было аккуратно выровнять, чтобы стал еще гипсокартон и стала плитка, и резьба была как раз довольно близко от самой плитки, чтобы потом, когда мы закрутим и здесь поставим крышечки, все было аккуратненько. Теперь остается нам сейчас установить слив канализации и закрепить его. Теперь мы закрепим саму стойку. Thank you.
установили стойку для скрытого монтажа унитаза. Вот. Теперь нам осталось сделать короб из профиля и обшить гипсокартоном это все дело. И все это мы закроем плиточкой. Все будет очень аккуратно и красиво. Так, установим еще здесь пробочки. Как раз спрашивали, что это за пробочки. А это чтобы просто заглушить канализацию воду. Вот таким вот образом. Все. Так, что же у нас получилось? Теперь нужно сделать короб из гипсокартона. И можно будет укладывать плитку. Сейчас закончу и поедем гулять. Ну, воскресенье же. Никто в воскресенье не работает. Одни мы с тобой. Я такой вот золотой. Мы сейчас позоримся, возьмем. Не будем. Воскресенье. Не будем. Сейчас поедем. Ты моя радость. Ну, все, я тебе даю минутку. Давай. На сбор. Две минутки. Засекай. Какой личной жизни. Закончил!